Третье место в корейском городе Тегу, Южной Корее. Это на юго-востоке страны самый большой стадион в Корее. Красавец стадион, как и все остальные стадионы. И вот счет открыть уже на первых секундах. Турецкие футболисты добиваются успеха. И вот посмотрите, как это произошло так вдруг, неожиданно для корейских футболистов. Это... Гудхидин, наставник корейской команды, и что там произошло в обороне, и почему так быстро пропустили гол хозяева поля, насколько они будут обескуражены, мы с вами попытаемся все-таки выяснить по ходу матча, но явная ошибка центрального защитника, который завозился с мячом, когда ему отдали пас. Есть законы футбола, во-первых, в таких ситуациях, когда тем более турецкие футболисты бросились сразу в атаку. Тем более, что при таком игроке, как Шукю, ни в коем случае нельзя здесь рисковать. Они затеяли возьму с мячом у своей штрафной площади. Поперечная передача. Закон гласит, никогда, ни в коем случае таких вещей нельзя делать. И вот, пожалуйста, чем все это обернулось. Конечно, молодцы турецкие.